хорошая погода, гуляем. Помимо того, делаем свои дела необходимые, но также много свободного времени, поэтому проводим на улице. И тем самым худеем. Почему прогулка, а не бег или велосипед? Прогулка – это самое простое. Ходьба не требует ни специального инвентаря, ни знания специальной техники. Просто нужны хорошие кроссовки. Вот, например, у меня мягкие, небольшая подошва и удобное расположение пальцев. Они свободные, пальцы не сжаты, тем самым удобно наступать и возвращать ногу в движение. Также не берем большие сумки, маленькие, все, что нужно там, и двигаемся. Движение – это самый простой способ похудеть, потому что не нужно бегать, если вы не привыкли бегать. Для этого нужно знать хорошую технику, правильную технику готовиться. А здесь мы просто вышли, хорошая погода, парк, достопримечательности нашего города. Заодно отдохнули глазами, ногами и направляемся по месту назначения, подкрепиться. Хочу купить слойку с сыром. Моя любимая закуска, перекуска. Она жирная, внутри сыр жирный, но я могу это себе позволить, съесть одну штуку, немного, потому что потратила энергию, когда двигалась, поэтому можно купить и съесть это днем, то есть одну жирную слойку и порадовать себя, то есть наградить за то, что я очень пошла, сгуляла, наслаждалась, ну еще плюс ко всему слойка будет награждена. Но есть вечером уже не стоит ее, только днем или утром. И, естественно, в количестве одной штуки. То есть это, конечно, лучше всего. Выбор, конечно, в этом кафетерии огромный, но не стоит выбирать все или много. Стоит выбрать один какой-то вид десерта. Вот, допустим, мой десерт это вот и есть это слой. Я его выбираю один. Не скупайте много, купите только одну вещь, один десерт. Получили бонус в виде слойки. Сейчас направляемся уже домой. Где-то прогулялись около часа-полтора. Но выпили кофе, конечно, остановились в торговом центре. И, в принципе, уже, как говорится, потратили некоторую энергию. И сейчас возвращаемся домой. Усталости никакой нет. Ноги не болят. Потому что, когда наступает какая-то легкая усталость, присаживаемся и отдыхаем немножко, а потом опять. Сейчас уже практически пришли к дому, так что гуляйте, будите и подписывайтесь.